В связи с ростом ВПМ увеличатся пенсионные выплаты. Размер возрастных доплат лицам 75-79 лет без малого 69 рублей. Для граждан от 80 и старше сумма вырастет до почти 138. При наличии инвалидности первой группы надбавка около 184. В Беларуси добыли более 2 миллионов тонн торфа. За 2022 выпустили около 75 тысяч плиток для растопки. 15 лет назад, напомню, в республике была запущена реконструкция 17 профильных предприятий, что позволило повысить производственную мощность до 1 300 000 тонн брикетов. Свыше 30 тысяч членов профсоюза участвовали в туристических и экскурсионных инициативах в этом году. Также восстановили здоровье с начала года более 3 500 работников здравоохранения. Спортивная и культурно-массовая работа во втором квартале обошлась в более чем 240 тысяч рублей. В республике накоплено уже более 800 тонн картофеля. Также намолочено без малого 9 зерна с учетом рапса. Повсеместно продолжается уборка кукурузы. Очищено почти 189 гектаров площадей. Занимаются и сахарной свеклой. С полей собрано больше 3000 тонн. Бобруйские школы ушли на осенние каникулы. Они продлятся по 7 ноября. В это время родителям следует следить за безопасностью своих детей. Необходимо соблюдать правила дорожного движения, не уходить в леса, на водоемы без ведома взрослых. Также запрещены игры вблизи железной дороги. В этом году на путях, напомним, пострадали 68 человек, 52 погибли, двое несовершеннолетние.